Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки сборной масштабной модели фирмы Эдуард. Немецкий самолет моноплан BF-108 Тайфун в 48-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри, здесь, в данной коробке. И ко всем обзорам новинок решили мы добавить одну стариночку. Очень интересный самолет, мне он очень нравится, прямо собираюсь сам его собрать. Это у нас, кто не знает, но скорее всего вы знаете, цельнометаллический одномоторный моноплан BF-100, но нет, не 9, а 8, Тайфун. Разработан был так же, как и 109-й Вильгельм Мессершмитт, выпускался в баварской авиастроительной компании. Первый полет совершил в 1934 году. Он внешне реально похож на BF-109. Соответственно, 109, наверное, много взяли конструктивности из данного самолета. Но, в принципе, неудивительно. Первый полет, как я уже сказал, совершил в 1934 году. Эксплуатироваться начал в 1935 году. Ну и закончил эксплуатироваться в 1945 году. Произведено было 885 единиц. BF-108, 48 масштаб, фирма Эдуард, артикул 8078. Давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. Литник номер один с крылом самолета. Очень хорошая глубокая расшивка. Прям ее выделить прям вот просто бомба будет. Очень хорошее качество литника деталей. По фотографиям, как обычно, в конце ролика, посмотрите. Фюзеляж самолета. Опять же, расшивка очень глубокая. Кресло кабины пилотов. Приборная панель. Но скажу сразу, что в наборе есть фототравление, поэтому вот приборная панель использоваться не будет. Количество деталей небольшое. Удовольствие взять и собрать. Большое количество вариантов окраса вы посмотрите в конце данного выпуска. В инструкции из них есть очень прям симпатичные. Я вот прям на один уже глаз положил. Шасси двумя деталями сделаны. Двумя половинами. Как раз вот к фототравлению мы подошли. Это у нас интерьер. Привязочные ремни большое количество, приборная панель, ну все, что связано с интерьером. Фонарь, так он выглядит. Ну есть, сразу скажу, что окрашены маски для него и для шасси. Ну в принципе можно и обойтись без, конечно, но если они есть, зачем обходиться без? Так. По плюшечкам всяким все. Переходим мы к декали. Вот она. Большое количество вариантов. Но самое красивое, мне кажется, это как раз вот этот вот. Вы посмотрите в инструкции, просто он нереальный. Очень нереальная цветовая гамма, очень красивая будет смотреться. Инструкция цветная, в виде книжки сделана, с описанием прототипа на двух языках, английском и чешском. Содержимое набора, почти все детали используются при сборке, за исключением тех, которые меняются на фототравление, соответственно. Краски необходимы при окрасе данной модели, данные перед вами, данные также под фирму Mr. Color Ganza. Сборка. Окрасочные маски, что куда клеить. И сборка. Вот он, этот вариант. Он прям безумно, безумно красивый, очень оригинальный. Из двух цветов состоит RLM-65, RLM-05. Так что, в принципе, подбирать тоже проблем не будет, мешать не надо. Это как бы очень известные цвета. Почти все производитель красок выпускают прям конкретно вот RLM, они это очень любят делать. У нас Франция, май 1940 год. Второй вариант, а первый вариант Либия, да, по-моему, 42 год. Да.
Вариант номер 3. Германия 39-й. Венгрия 42-44 года. Кстати, тоже этот симпатичный, как мне кажется. Ну, это стандартный цвет серый. И тоже стандартный Восточный фронт 42-43 года. 2016 год, дата выпуска набора. Ну и, в принципе, все. Классная модель, классный самолет. Мне очень нравится, повторю. Скорее всего, буду его собирать даже. Артикул модели 8078, фирма Эдуард. Приобрести модель самолета Messerschmitt BF-108 Typhoon 48 масштаба вы можете уже сейчас на нашем сайте i-modelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Оставьте лайки, не забывайте, это нам очень приятно. Вам, в принципе, все равно, а нам приятно. Увидимся, услышимся. Пока-пока, до встречи.